У вас парень боевой, с опытом. Поскольку это для него не новинку, я думаю, что справится со всеми. Да, повестки ждать не стал. Сам пошел, да? Ну, да, он заехал в военкомат, потому что он мне звонил, говорит, мам, привозили повестку? Я говорю, нет, он точно решил сам проверить. Ну, заехал, в списках есть, ну, выписывайте повестку, поеду. Молодец, мы вот такими ребятами гордимся. Гордимся. Дай бог, что у них все будет хорошо, и побыстрее все закончится, они вернутся домой.